про меня зовут Пузи, и добро пожаловать! Со мной сегодня Марк. Эй, чё кого, как дела? Привет, я Марк. И сегодня мы вместе с Марком будем смотреть Try Not To Launch Challenge, а именно попробуй не засмеяться, Gucci Gang. Ладно, я на самом деле даже не хочу снимать эту перчатку, мне понравилось, неплохо, ладно, поехали. XR. Именно так я его себе и представлял в реальной жизни. Как он это делает? Это скилл. Промоутер сотого уровня. Это чувак просто с железными болтами. Чё? Что он сделал? Подожди, я не понял, подожди. Чё он сделал? Ща. Я хочу еще раз это пересмотреть. Отрубился. Ого. Отразил удар. Не-не-не-не-не, чувак, даже не думай. Это просто совпало, да? Просто совпало. Стоп, так это было в мультике или она рыгнула? Ладно. Китайский спорт. Я вообще ничего не понимаю, зачем? Чё? Смотри, куда он упрыгал. На крышу залез. О, мистер Бин. Один из моих любимых актеров. Оп. Ну, ребят, вы этого не видели, здесь просто был черный экран. Удачно. Везунчик сотого уровня. Подфартило. Да, отгадай, это в России? Проскользил. Get out of here, man. Это дельфин? Да, он его троллит. Дельфины самые умные млекопитающие. Умнее меня. Так. Ни один способ не работает, защита. Ребят, хардкор, мы уже засмеялись 500 раз. Все, мы проиграли. Просто смотрим смешные видосики. Твою мать! В миллиметрике? Да не, я отлично вожу. Это же корги! Я себе хотел вот такую собачку. С крылышками. Это змея? Это удав. Да нет, нет. Это удав. Да, идеально подходит под прошлый видос. Сантехника! Ей! Когда разбираешься в сантехнике и пытаешься сделать что-то сам. Так было задумано. I'm always ready. Сука, беги! Мне всегда это взрывало мозг. Как вот эти вот ребята так обладают? Из рук это сделал в конце. Мастерство шариков. Да мне пофиг! Я проеду! Мне можно все! Вот как вы считаете, правильно она сделала? Паркуюсь, где хочу. Стоп. Нет, так и правильно. Правильно, все правильно. Так, это твоя машина. Я бы так не парковался. Сникер сни. Когда нечем заняться дома. Это жестко. Don't stay like mine down.
камера. Воу! Полетел. Отличный фильм. О, Жули. О, very nice. Оооо, вот это пасхалочка. Потайной замочек. Мои друзья итальянцы. Когда твои друзья итальянцы умеют классно шутить. Он типа уснул? Такой, знаешь, смеется. Где же это происходит? Дубль номер два. И первым финиширует Такса. Ура, Бобик. Какой-то незалипный челлендж. Как? Это же пена. Это было красиво. Шашлыки тащи! Чё, огонь зря пропадает? Что он делся? Это призрачный гонщик. Мне кажется, просто чувак с мотоцикла куда-то там уснул немного. Просто на изи танк растолкали. Завелась Маруська! Неужели они так испугались крокодила? Они показывают трюки с крокодилами, но при этом так жестко боятся, когда спотыкаются или подскальзываются где-то. Что за... Слишком толстый котик. С вертухи просто раздал. Что с песиком? Я вижу свой хвост. Хватай его. Этого песика не остановить. О май гад. Лайфхак. Что у него было в голове в этот момент? Сейчас ударю по кирпичику и быстро убегу. А, потому что они сейчас будут это. Эй, котики. Эй, котики. Но он устал, ну что поделать. Занимался 6 часов подряд, без остановки. Back up. Down. Over. Spin. Down. Pass. Crawl. You fell! Лось! В Москву побежал. Окей, это была достаточно забавная подборка. Мне реально зашло. Если вам понравилась эта подборочка, то поставьте... Блин, как мне лайк показать? Сейчас, погоди. Вот так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Лёхин канал. Ого, это что за реклама? Это что за реклама? Ладно. 1-1. Подписывайтесь на наши каналы. Если что, вы можете посмотреть такой же ролик у Марка. Он очень скоро выйдет. Зацените его. Ну а вы оставайтесь таким же крутыми и веселыми. Адьос. Пока. Playtime.